Меня ждет искупление. Я сердце. Я изгоню демонов прошлого. Судаш, ползучие плеточники, убейте их, пока они не закопались в землю. Судаш, Солом. Честь ведет меня. Верховный тамплиер Карас должен быть где-то рядом. Я — голос затмения. Заманчиво. Вера. Ты обращаешься ко мне? Эн-Арудин разжигал. Я служу во имя Аюра. Аюр возродится. Что ты предложишь? Шозак мокнул. Эн-Арудин разжигал. Мы едины. Ты обращаешься ко мне? Пустота. Моя ноша непосильна. Эн-Тару Тассадар, Прилад Сироту. Я верховный тамплиер Карас. Мой дар позволил выследить королеву клинков, и я прилетел сюда. Но что она ищет, нам неведомо. Ее, как и меня, привели сюда поиски древнего пророчества. С твоей помощью я надеюсь найти все его части раньше королевы клинков. Это большая честь для нас, великий. Вели нас. Нужно избавляться как можно быстрее. Скоро зергов станет слишком много. Сталкеры, займите возвышенность и помогите нашим братьям. Черви мертвы. Идем дальше. Я следую своему призванию. Я верен тебе. Слава перворожденным. Аюр возродится. Судаш Солок. Ни секунды без боя. Королева клинков хочет испоганить этот мир. Я должен уничтожить ее инкубаторы.
Энхарусин разжакал. Я служу во имя Айса. Честь ведет меня. Эн-Арудин разжигал. Айюр возродится. Готово. Все инкубаторы Керриган уничтожены. Этот мир еще можно спасти. Своему призванию. Честь ведет меня. Слава перворожденным. Эн-Арудин разжигал. Эн-Арудин разжигал. Что ты предложишь? Ради возмездия. Я изгоню демонов прошлого. Последний фрагмент пророчества. В нем говорится о том, кто разорвет божественный цикл. Более чем зловеще. Но если королева клинков ищет это пророчество, мы должны уберечь его. Конец послания не ясен. Что? Ты можешь сколько угодно гадать о значении пророчества, Азератул. Но нас всех ожидает одна судьба, и тебе от нее не уйти. Нам не выстоять в этой битве. Забирай пророчество и улетай. Я задержу королеву клинков. Я не брошу тебя. Пророчество важнее любой из наших жизней. Раскрой его секреты, Азератул. От него зависит будущее. Твоя жертва никогда не будет забыта, брат. Я должен добраться до Искателя Пустоты. Иначе зерги убьют меня. И пророчество будет утеряно. Мы едины с тем. Меня ждет искуп. Ваши союзники вступили в бой. Эн-Арудин разжакал. Ваши союзники вступили в бой. Честь идет мне. Я служу во имя Айюра. Слава перворожденных. Хала! Я возвращаюсь к тебе. Я должен добраться до Искателя Пустоты и увести пророчество отсюда. Я не позволю, чтобы жертвы моих братьев оказались напрасны. А мне? Честь ведет меня.
пригодится. Тогда я изгоню демонов прошлого. Ни секунды без боя. Я служу во имя. Мне было не под силу расшифровать фрагменты пророчества в одиночку. Но я знал, кто мог перевести их. Хранители Закула. Если же они потерпят неудачу, Вселенная погибнет в огне. Я знаю, о чем вы хотите спросить, док. Да, со мной все в порядке. Точно? Вы смотрели на это протосское устройство много часов, не отводя взгляда? Раз уж вы об этом заговорили, мне бы точно не помешал стаканчик другой. Может быть, после этого я пойму, в чем дело. Что вы увидели, Джим? Один мой старинный друг выяснил, что скоро наступит конец света.
собрал небольшой отряд союзников и прибыл на Захул, чтобы встретиться с тремя таинственными хранителями архивов. А во тьме что-то следило за нами и выжидало. Рад видеть тебя, брат. Я тут... Постой. Твои глаза. Они видели мир духов. Тот Протос. Он дал тебе кристалл. И теперь ты можешь видеть то же, что видел он. Это не твое дело, Тош. Не лезь ко мне в голову. Будь по-твоему. Но знай, ты встал на опасную тропу, которая ведет в неизведанное. Будь осторожен. Если понадобится помощь, обращайся. И сегодня у нас в студии особый гость. Наследный принц Валериан. Огромное спасибо за то, что согласились прийти, ваше высочество. Спасибо, Кейт. С вами всегда приятно беседовать. Позвольте мне задать главный вопрос, который беспокоит ваших поклонников. Есть ли в вашей жизни кто-нибудь, имеющий для вас особое значение? Откровенно говоря, Кейт, я уже много лет безнадежно влюблен в вас. О, боже. Но если серьезно, то вторжение зергов не оставляет времени на подобные вещи. Я изучаю военное дело под руководством генерала Ворфилда. А все свободное время посвящаю государственным делам. Я хочу стать лучшим императором. Таким, которого достоин наш народ. Когда придет мое время, конечно. Мило. Нам только второго Менгска не хватало. Надо бы его снять. Хотя ребятам вроде бы кажется, что это круто. Как ты ухитрился подмазаться к этим уродцам Протосам? Я слышал, они убивают тиранов, не раздумывая. Некоторые да. Но есть Протосы, которые жизни не пожалеют, чтобы защитить людей, вроде нас с тобой. Я помогал Протосам оборонять их родную планету от зергов во время Первой войны. Когда Керриган вернулась во главе Роя, я снова им помог. У них есть понятие о чести. Джимми! Ты как будто их уважаешь. Я и не надеялся, что ты меня поймешь, Тайкус. Смена почти закончилась. Пропущу стаканчик, прикорну на часок, потом еще немного заправлюсь и снова к станку. Пора составить толковый план наступления. Сколько времени я провел в лаборатории? Вы отсутствовали несколько часов, сэр. Неужели все это время вы были там? Я заглянул в кристалл Ихан, который дал мне Зератул. Готов поклясться, это продолжалось всего пару минут. Зератул искал пророчество Зелнага о конце света. Я должен узнать, что произошло дальше.